друзья мои, добрый день. И он на самом деле добрый, красивый, солнечный прованский день, потому что едем мы еще сегодня в Авиньон. Красивейший город, где стоит папский дворец, где много, все окружено крепостной стеной. И мы там будем гулять под ветром. Друзья мои, мы в Авиньоне. Вы с провансалочкой, я вас приветствую. Мы приехали в дворец, в папский дворец в Авиньоне. Вот. И я вам сделаю маленький экскурс, потому что мы буквально на часик. И потом мы уже с моей подругой поедем домой, обратно в Экс-Сан-Прованс. Посмотрите, солнце светит прямо. Прямо вот там вот Нотр-Дама. Я записываю. И посмотрите, какое свечение солнца. Прям нас здесь ждали. Мы в этом Пале-де-Пап мы ходили, парковались. То есть можно этим закончить. Мы вспомнили, что мы приехали на рынок. А, кстати, вот здесь а не просто смотреть дворец. Пойдем смотреть рынок сначала. И дядька там был хороший, разговорчивый такой. Прямо я там что-то с ним тоже час целый. Смотрите, уже люди... Только солнышко выглянуло, уже все сидят за столиками, пьют чай, кофе. Небо сегодня такое, как нам повезло с погодой сегодня. Вот, поехал уже поезд с туристами. Сейчас он его провезет по Авиньону, покажет все достопримечательности. Там у каждого есть наушники, и они будут слушать историю города. Посмотрите на это небо. Этого живая статуя. Посмотрите. А, вот это здание консерватории. Здесь преподают музыку и танцы. Играет музыка. Красота, красота.